На мой взгляд, это заслуженная победа, трудная. Не знаю, Шинник проиграл 4 матча, и четвертый матч, да, и пропускал много голов, но глядя на все эти матчи, да, во всех играх у них были очень много голевых моментов, и очень много они их создавали, просто не реализовывали. Сегодня такой же матч, и мы создали много моментов, и Шинник создал, мы забили, и они нет, может быть, у нас их было больше, может быть, мы играли покачественнее, на мой взгляд, покачественнее играли, и поэтому и выиграли. Неудачное начало было у команды в этом году. Вот эта победа поможет в дальнейшей борьбе за высокие места? Ну, естественно, поможет, да, психологически по тем играм. Ну, честно говоря, к ребятам в плане самоотдачи претензий нет. Пытались играть в футбол, но мы все предыдущие 3 игры сыграли на очень плохих полях. У нас там 2 игры в Астрахани. И вот сегодня на хорошем искусственном поле, хоть и там не очень футбольную погоду, показали, что умеем играть, и забиваем, и комбинируем. Выходим из обороны, правильно играем, создаем моменты, это наш футбол. И вот именно хорошего поля те 3 матча нам не хватало. Может быть, кого-то из игроков своей команды выделите? Я никогда не выделяю, мы сильны духом, командой. Мы сильны тем, что любой футболист у нас может выйти и сыграть, и что и сегодня было. Там вышли некоторые футболисты, которые долго не играли. Я и после игры всегда говорю, и сегодня сказал, что мы этим сильны, и я надеюсь на всех. У нас все здоровы на данный момент, и все готовы играть. Большое спасибо. Все, удачи вам.